Да много кто и до сих пор думает, понимаешь, и кто-то, я где-то нахожу какие-то отзывы, что типа, о, так нельзя, а каблук не по-мужски и все такое. Да не по-мужски любить женщину и помалкивать. Не по-мужски не иметь мужества не признаться своей женщине. Так, чтобы об этом знали все. Не по-мужски. Букет цветов даришь? Дари, чтобы видели все. Любишь? Целуй при всех. Захотелось тебе ее обнять? Обними. Что они там все остальные думают? Плевать. Она твоя, любимая. Ты с ней живешь. Ради нее. И она, возможно, ради тебя. А все остальные вокруг, при чем они? Ни при чем. Пускай думают все, что угодно. Неужели какое-то чужое мнение должно ограничивать твою любовь к ней? Я артист? Артист. Я выступаю со сцены? Да. В зале сидит моя любимая, которая подарила первенца? Да. Как я могу пройти мимо? Да никак.